Всем добрейшего утречка. Сынулька тут колдует уже. Часок стоит. Он делает нам тут оладики. Остался. Молочко осталось после новогодних. И оно немножко у нас прокисло. Все, в ход идет. Кефирчик получился. И вот уже одна тарелище. Огромная, с горкой. Ну, там просто две бутылки молока было, да? Вкусные. В общем, колдует. Я тут кофеек пью. А Донечка колдует, тут разбирает. Белье принесли. Сняли белье. И вот перебирает носки. Сортирует носки к носкам. Доброе утро. Доброе утро, да. Очень тяжелая работа. Нудная. Терпеть ее не могу, если честно. В общем, разбирает. Сейчас по кочкам сложим, каждому по ящичкам определим. Мы же-то уже с машинкой стиральной, вы же, если не знаете, то мы с машинкой уже тут стираемся, моемся. Так, муж сейчас делает, сейчас, о, это нашей красотки тут игрушки. У нас же красота появилась, если кто-то не в курсе. Так, этот муж делает вон откосы для двери. Вот, отмеряет, сейчас делает. Мы с вами их уже покупали ранее, но еще не делали. Сейчас освободилось. Есть время. Новогодние-то празднички. Да. Вот. Делает откосики для двери. Ну, конечно, тут не без вот этого. И мы что-то уже, говорю, с полноценной ванной. Я сейчас вам покажу. Вот душевая кабинка. Надо единственное сделать там еще полочки, потому что у нас сейчас лежит внизу. Установили душевую систему, купили вот эти же стекла, все установили. Уже моемся. И вниз спустили нашу Лизу из дома. Она у нас БУ, ну то есть домашняя моя помощница в виде стирательной машины. Моя сладость тут лежит, тут и прохладно. Дома жарко, тут хорошо. Моё солнышко, да, моё. Ой, чё, моё сладко. Лежи, лежи. Пойдёмте покажу машинку, куда установили. Ну вот, в подвал мы с вами уже спустились. Тут у нас, конечно, коробок. Море. До этого ещё руки не доходят. Два холодильника. Один с гаража, другой. Тоже старая морозильная камера. Ну, там пригодится нам это все. И вот наша помощница здесь стоит. Стиральная машина, ей уже лет 10, конечно. Ну, вполне работает. Вот сюда носим, стираем. Муж натянул веревку. И здесь сушим. Длинное такое. Вот. Ничего, ничего. Все будет хорошо. Закрутки, мокрутки. Что там еще у нас? Мед, картоха. Сделается все, сделается. Ну, очень рада тому, что Новый год уже все равно справились. Здесь мы обзавелись вот этой вот радостью. Да. Есть уже где помыться, есть уже где постираться. Выгребли основной мусор, уже нет этих коробок здесь, там, конечно, в подвале есть, но это уже по мелочи. Ну и стеллажики вот поставил муж мне, соединил, провел к ним свет. Сейчас вот так вот все это смотрится со стороны. И вот лампы. Идут наискосок у нас. Так, выводил он мне сюда выключатель, но потом сделали на пульту. Так вот, такая система. Нажимаешь, тадам, и свет включается. Нажимаешь, ой, не на то, и свет выключается. Буду сидеть на диване и выключать свет. Но единственное, сюда невозможно было установить таймер. Почему, я не знаю. Антош, почему таймер нельзя?
Антош, таймер почему сюда сделать нельзя было? Можно, говорит, но надо отдельную линию, а это, короче, сейчас заморочено. Все равно они у тебя переедут вниз, поэтому там все сделаем. Ну, вот как-то вот так. Поэтому сейчас наслаждаюсь пультом без таймера. Сама себе таймер. Да, сейчас покажу немножко. Тогда уж раз дошла сюда. Ну, это прикрепил сюда, вот чтобы она не терялась никуда у нас. Покажу уже, что тут у меня еще расцветает или цветет. Ну, вот эта бабочка Беллинзона. Все жду ее показать, когда она полностью раскроется, но, видимо, будет не судьба. Вот отсушивает уже первые, видите, цветочки. Хотя не дораспустила вот окончательно. И вот она на втором, ну, это новом цветоносе. Это старый цветоносик. То есть вот она его раньше растила. Это вот она дорастила кисточку. И на новом вот сейчас начала открывать. Тоже она вот бабочка. Вообще хорошее растение. Такое благодарное. Цветет. В принципе, долго. Я не знаю, тоже, наверное, стрессанула. Почему так вот быстро она его засушила. Ну, в общем, в полном распуске опять мне не получится вам его показать. Вот этот вот гроздочки, кисточки. Потому что вот уже начинает отсушивать первые бутошки. Да, тут, в принципе, мне особо и нечего показывать вам. Это черри пилонг. Тоже тут подсушивала вот все и ответвления. И все бутоны сбросила. Это я вам показывала, которую ждала бабочка, что будет. Она распустилась не бабочкой, но вон формирует дальше бутошек. Викуся. Ну, этот тоже красавец. Не знаю, как зовут. Мультифлора. Желтенькая такая, яркая. Это все она дорастила. Все, что вы видите здесь, это все дорощенные цветочки, но цветоносиках. И тоже вот сушит. Сушит. Хулиганка. Единственное, она дала новый цветонос, но, по-моему, она его тоже сейчас вот хочет застопорить. Вон, торчит. А так, яркая деваха, но вот тоже быстро вот что-то она у меня отцветать решила. Не знаю, у меня, короче, в этом году, конечно, цветения никакого. Этот тоже вам показывала, Льюис Фэнтези бабочку. Жду цветения, но он тоже пока там вначале что-то отсушил. Дальше что-то продолжил, ну, не знаю, в общем. Пока вот так же тоже стоит у меня. Тут детвора у меня в коробке. Что еще вам показать-то? Ну, тут у меня Дарвин красавчик распускается. Вот. Ну, очень не густо. Очень. Это вот дорастил он веточку. А это новый цветонос дал, и что-то совсем, вообще совсем не густо. Два цветочка всего лишь. Этот парниха мне тут демонстрирует. Ну, учитывая, что он может красиво и много цвести и давать бутончиков, это, конечно, ну, можно сказать, ни о чем. А вот он, красотунчик. Вот, ну вот. Выпустил цветонос и всего лишь два цветулечка. Очень даже не постарался. Что-то тут у нас вытерла. Да, столько растет, чтобы два цветошечки, бутошечки. Ну, такой вот красотунчик. Вот еще ждут цветения. Это Лека Фантастик. Это вот новый цветонос. Это Любочка мне дарила, мой мирок. Орхидея. Это вот новый цветонос. И он дал ответвление от старых. Одно ответвление и второе. И тут же, смотрите, сушит мне этот злосчастный бутон. Вот. Видно, я думаю. Не успел его, видите, сформировать, как сушит. Ну, вот все страдают они у меня. В этой вот переезде со сменой условий. Ну, не знаю, если вот не засушит, то будет вот новенький
цветоносик, а так был бы один цветоносик и вот два ответвления, но сушит. Ну, посмотрим, что у меня порадует, не порадует, засушит, не засушит. Цимбик тоже, вот сейчас смотрю, неплохо себя чувствует стал, прям три новых ростика, там не буду крутить, но вот один, и там поменьше два. Вот, не знаю, видно? Ну, в общем, три ростика начал давать, то есть пошел тоже в рост. Что не может не радовать. Так, ну и в принципе, друзья, вот такие дела. Ты там что, в шкаф полезла? Да. Раскладываешь? Вот, все в делах, всех заботах, всех хлопотах. Чуть по чуть вот показала, чем занимаемся, показала, что въехали. Показали, что с водой, да. Уже не особо можно не ездить на квартиру, потому что раньше мы ездили постоянно мыться. Стеллажики стоят, свет проведен. Собака спит. С кошкой пока никак не подружимся. Да, Женечка. Вот такие у нас дела. Вот такие у нас пироги. Мешаю, да? Ну, сейчас отвернется еще. Ну, все, мои золотые. Люблю вас. Целую. До новых встреч. А то не выхожу совсем. Некогда. Про цветы и пересадки снимать тоже нет возможности. Этим надо заниматься, а... Ну, нет возможности. Хоть бы полить успеть. Да и все. Но обязательно в ближайшее время что-нибудь вам покажу.